продолжается заготовка сена, также продолжается подготовка сенокосов, посев многолетних трав. Но на данный момент меня послали дисковать дороги. Вот видите. Дороги тоже надо поддерживать в надлежащем состоянии, потому что по ним будут проводиться всякие различные транспортные работы. Чем ровнее дорога будет, лучше, тем быстрее все будет перевозиться в этом роде. Дискую их дисками Porsche Joker 6. Вот видно, рядом поле кукурузное, на силус она растет, кукурузка. Погода у нас хорошая, вчера было холодно, сегодня более-менее тепло, но сухо. Обещают дождик в следующую пятницу, ну, в эту пятницу, которая будет следующая. Там посмотрим, что будет. Вероятность всего 40%, но я думаю, даже дождей не будет. И июнь будет месяц сухой. Июль, наверное, будет всегда дождливый у нас. Август, непонятно. В том году август, сентябрь был вообще абсолютно сухими. За два месяца всего лишь два раза дождик был небольшой. Вот. Преодолеваю бугор на скорости 2F. Сейчас подъехали к полю с озимым рапсом, он уже отцвел. Уже, можно сказать, через месяца полтора. Будет уже уборка начнется. Участие профессиональные математики и люди, не связанные с этой наукой. И предложили оценить это автомобиль. Итак, заехал продуть трактор. Потом дальше еду на другой, так сказать, район нашего хозяйства. Дальше продолжать буду дисковать дорогу. Что я продую? Фильтра. Фильтр кабины. Воздушный фильтр. Вот я стегнул.
теперь продуем места установки фильтров. Теперь обратно произвожу установку всех фильтрующих продувочных элементов. Вот так вот. Фильтровочная система «Циклон» стоит. Вот этот лючок, теперь скрываем капот.